Вы сказали недавно, что иногда вам кажется, что Путин агент ЦРУ. Не ЦРУ, нет, нет. Моя мысль такая, вы знаете, есть люди, которые верят во всемирное правительство, Бильдербергский клуб, вот какие-то там страшные, он есть, но он никакой, вот с моей точки зрения, там какие-то страшные силы, которые там дергают за все нитки и так далее. Я в это не верю. Если что, я могу объяснить почему, потому что я знаю, как система работает. Но если представить, что вот есть такая страшная сила в мире, Путин должен быть ее самым ценным агентом. И если эта сила хочет уничтожить Россию, это суперагент, потому что то, что он делает, никакое ЦРУ вместе с МИ-6, вместе с Моссадом, вместе с китайским министерством госбезопасности, они бы так это не сделали. Это просто... Разрушает Россию, на ваш взгляд? Да, безусловно. Причем методично, тонко, под бурные аплодисменты 86% россиян. То есть заговор России, заговор против России существует. Его возглавляет Владимир Путин при помощи 86% его радио.